Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович, и мои полтавские тротуарные новины. Сегодня у нас 15 апреля 2019 года, и сейчас я вам хочу рассказать вот что. Мы отлично знаем, что приближается праздник 9 мая, в день, когда мы должны вспомнить, отдать дань своего уважения погибшим в Великой Отечественной войне. Мы знаем о том, что есть ряд памятников в городе, где будут мероприятия разного рода. Также мы знаем о том, что вот в частности есть такой памятник на, как у нас называется, Новостроение. То есть это в районе Сака, туда правее. Вот, смотрите, я вам показываю. Но мы обратили внимание на то, что в занедбанном состоянии этот памятник, жизнь есть жизнь, где-то власть не вовремя реагирует. Но мы с моими друзьями решили, что с этим памятником надо его привести в порядок. Мы подъехали, его посмотрели, оценили саму ситуацию и поняли, что своими силами не так легко это сделать. Все-таки это и материалы затратно. Но мы обратились в организацию, которая называется «Трансбуд». Воле случая мы дружим с этой организацией. Это самый серьезный, один из самых серьезных застройщиков в городе Полтава. Мы пришли в приемную, я не снимал, говорю, как есть. И нас встретили радушно, без всяких разговоров. В частности, Маляренко Валерий Иванович нас пригласил в кабинет, внимательно выслушал ситуацию, и что было очень приятно, и я подчеркиваю, без разговоров, сразу же у нас на глазах был набран номер телефона инженера, были направлены люди для того, чтобы осмотреть ситуацию, что там происходит, что надо для того, чтобы привести памятник мемориальный такой небольшой в порядок. И это происходило где-то 2 или 3 апреля. И на сегодняшний момент, 15 число, мы заехали, чтобы еще раз посмотреть, что там происходит. И мы увидели, что уже работники работают, поставлена определенная задача. Вот вы видите, что происходит. То есть мы надеемся, что к 9 мая будет все, слава Богу, приведено в порядок. Здесь поставлена бетонная плита или что-то еще, покрашено, приведено в порядок. Я обязан еще раз подчеркнуть и поблагодарить фирму «Трансбуд» и именно Маляренко Валерия Ивановича. Все-таки, согласитесь, приятно, когда такое происходит и когда люди отзываются. Все-таки это не нам нужно, это надо всем. Также мы недалеко от этого мемориала обнаружили, нам местные жители подсказали, есть и вот такая могилка. Она в занедбанном, конечно, на сегодняшний момент состоянии. Если раньше приводили в порядок и школьники, ухаживали там по-своему, то на сегодняшний момент вот он в таком состоянии. Мы прикинули, решили, что, наверное, мы сами его зачистим, металлические конструкции, купим банку краски, не поломаемся, не обнищаем. Но мы обязаны помнить и отдавать дань уважения тем людям, которые погибли, тем людям, которым удалось выжить в той страшной мясорубке. Готовимся к этому дню. Всем хорошего настроения. Пока-пока.